Всем привет! Сегодня у нас распаковка посылки с магазина Юсмарт. Вот так вот она приходит, запакованная в пакете. Заказывал я майку Adidas T-Rex Agravitis. Шла она примерно 3 недели. Трек я выложу, все увидите. Сейчас я уже пакеты все вскрыл, чтобы вас не мучить долго вскрыванием. Внутри это все было упаковано в такую вот заводскую упаковку. И непосредственно сама майка Adidas T-Rex. Майка Adidas T-Rex оригинальная. На ней есть все необходимые бирки. Хочу отметить ее легкость и вот эту вот сетку на спине. Она легко вентилируемая, видимо, и на тренировках надо будет затестировать, насколько эффективно она отводит влагу и тепло. Я думаю, что будет эффект, наверное, потрясающий. Сама ткань такая мягкая, очень приятная на ощупь. Швы очень хорошо так прошиты. Ну, бирки мы срежем. Здесь даже я видел на русском языке. Материал 100% полиэфир. Все бирки все сохранено. Такой вот очень крутой принт. На груди. Здесь выполнено термонаклейка. Надеюсь, она прослужит долго. Буквы рельефные. Шея тоже очень приятно все сделано. В общем, что могу, ребята, вам посоветовать? На Юсмоле можно заказывать товары. Я уже заказываю не первый раз. Приходит товар оригинальный. Также могу вам посоветовать, если вы ранее не заказывали на Юсмоле, регистрироваться по ссылке, и вам будет на счет начислено 500 рублей, которые вы можете использовать при оплате первой же покупки. Ссылку я оставлю в описании. И дополнительный бонус. Если вы уже ранее заказывали или в первый раз, вы можете пользоваться промокодами для покупок в Юсмоле. Ссылку на телеграм-бота, где я использую и ищу промокоды на скидки, я тоже оставлю в описании к видеоролику. Так что, ребята, пользуйтесь, заказывайте оригинальные товары. Повторюсь, что единственный вот минус Юсмола — это то, что долговатая доставка. Где-то она занимает недели 3 до моего города. Вот. Так что не бойтесь, покупайте, используйте качественную одежду и БАДы и прочий товар, который там продается. А я пошел тренироваться в новой майке.